Да. А, вот свет. Как отойти? Я еще по управлению не до конца понял. Шумит! Шумит! Как уйти? Шумит! Это Мишка заговорил, блядь. Ебать, это что за робот? Его тут не было или был? А зачем я двери хожу, чекаю? Никого не вижу. А как чекнуть кровать? Хуйло, блядь. Ты чё здесь сидишь? И что с ним? А... И что с ним делать? А как выйти, ёб твою? О. А вроде безобидный, нахуй так кричал. Дебил, блядь. Что за подсказки такие дурацкие? Алло. Бать, только час ночи. Раз, два, три, никто вроде никуда не пошел, пока не дышит. Чё, хуйлуша, смотришь? Ну смотри дальше. А где родители мои? Да идите вы со своей кроватью. Я уже начекался ее. Уйло, два ночи, ты где? Блядь, я же игру свернул. Сука. Повернись на кровать, на кровать. Опа. Ты чё, сука, кто дышит? Шкаф чекнуть? Сейчас чекнем. На, сука, фонарем. Нет никого в шкафу. Нету, нету, блядь. Нету в шкафу! На, сука, сосать, блядь. В рот тебя нахуй, долбоёб. Ты бил, блядь. Я ж закрыл дверь. 4 секунды подождал. Почему? Почему он на меня прыгнул? Надо вернуть бабки будет за нее. То жалко. Ну, короче, я понял, самая жесть начинается под утро уже. Паранормальные явления здесь вовсю. А если бы я дверь дальше держал, он бы не съел? Все, чекать, я уже не напугаюсь никого. Кого там напугать решили, алло? Никого не слышу, никто не дышит. Тишина. Якелька? Никого. Тишина. Тишина.
Ох ты ж сука. Я тебе дверь не открою. Ебаться, сука! Как ты меня бесишь! Вы сказали мне держать 4 секунды, я даже больше продержал. Почему он здесь стоял дальше? Алло? А сколько? А сколько вы сказали? Ну 4 секунды держать надо, типа дверь, и он уходит, нет? А до утра держать дверь? Вы что, прикалываетесь? Он что, будет у одной стоять, он к другой пойдет, нет? Блять, я первую ночь не могу пережить, что там во второй, я не знаю. Hello? Я Килька? Чё, сука? Не хочешь вылезти, я до утра дверь подержу. Не зря я в эту игру никогда не играл. Чё, сука, давай выходи, выходи, давай по-мужски поговорим с тобой. Подумаешь, я ребенок, а ты страшный мишка. У меня зато есть нож. У тебя его нет, у тебя только зубы твои. Клыки не мытые. Half useless еще это. Симулятор проверки слуха, серьезно? Сосать? Ух ты ж хуйло. Слушаем. Да сука, ты тупая, ну ты кого ты ждешь столько здесь? Сука, что это за игра такая? Почему она настолько конченая? Как ее пройти? Какой играю во FNAF 1? Я когда спрашивал, в какой FNAF играть, мне все посоветовали 4-й в комментариях. Самый нормальный это 4-й, 6-й, 7-й. Как не откроет дверь? А как вот до этого меня убивали? Че, типа, если его замечу, мне идти в другую дверь? Вы что, прикалываетесь? Ну, сворачивайся. Тебя обманули. Блять, кому верить, я не понимаю. Ты реально только бегаешь с одной позиции в другую. Опа! Врасплох! Врасплох! Опа! А, никого нет. Да я понял, что первый самый легкий. Мы не ищем легких путей. Тоже надо это понимать, как бы. Бля, был бы я ребенком реально, если бы мне в хате такая херня была. Что нахуй сдох, наверное. Если бы мне игрушки хуйню творили, я бы их все в окно выкинул, сжег на следующий день. Блять, почему камера не едет? Как дела, хуёво. Какую ночь прожить? Я понял, к 4 утра где-то приходит чертила этот.
На кого лезете? Тут нельзя гулять, это максимум. Да свернись! Зашел на блок, я схватал все, что там было. Тяжело, ведь на мне это было. Заскамил копот. Это была долгая ночь. 4 дня до тусовки какой-то. Че, идем вторую ночь? Бля, так не хочу, я так не хочу. Я не хочу здесь так, ночь проводить. Я хочу день проводить. Ночь не хочу. О, нихуя. Мы же вышли из комнаты, что ли? О, это что за херня? Ты хули за мной ходишь, дебил? Да, навряд ли я буду, мне этой части хватает. Так, понял, тут ничего нету. Мишка, он следит за мной, видите его глаза? Он тупо следит за мной. Урод. Ну, урод. Он опять следит за мной. Я хочу с тобой поговорить, Мишка. Сука. Эти звуки страшные. О-хо-хо. 90. Ух, нихуя. Ух ты ж куда ты, сука? Я все видел. Вот, у, сука. У, сука. У, сука. Опа! Ха! Бу! Вот, сука. Он не дойдет до метки, блядь. Не дойдет. Что, сука, ну не можешь что сделать, да? Не можешь? Правильно, не надо. А, он должен быть? А нахуя он должен быть на метке? А зачем он должен быть на метке? Я правил просто не знал. Не знал правил, не знал. Все, сейчас-то знаю, я же профессионал. Дядь, дверь не откроешь. Там топает, сука. Сука. О, сука. Боже мой, нет, я не хочу в это играть. Все, я не хочу в это играть. Я не хочу в это играть просто. Но это дурацкая игра. Непонятная, невозможно пройти. Невозможно. Со второй ночи, пиздец. Какого генерала Гавса? Не будет никакого этого продолжения. Это пиздец просто. Я без сердца здесь останусь. Ну кто будет монтировать ролики после этого? Давай, спасибо, пока-пока.